1 декабря состоялось открытие музея Николая Лобачевского. Музей базируется в ректорском доме КФУ. Во время работы ректором в нем жил сам Лобачевский. Музей будет рассматриваться как место жизни великого русского ученого. Создание музея планировалось с 1942 года, однако до реализации проекта дошло только в 2017. Был накоплен огромный материал, были подобраны документы, были сделаны копии с этих документов, и велась сотрудниками музея огромная работа по поиску, по выявлению экспонатов, которые были связаны с жизнью Николая Ивановича Лобачевского. И что особенно важно, это выявление его потомков. Целью музея было не только рассказать о самом Лобачевском, но и раскрыть историю его идей. Артем Тупичкин, Леонардо Влетяров, Роман Самарин, Владислав Михневский, Универньюз.